front lover. Одним из моих любимых спектаклей была «Баядерка», в котором не только замечательные танцы Петипа, но очень глубокое содержание, требующее большого актерского мастерства. Я стремлюсь научить своих учениц хорошо танцевать и стать хорошими, вдумчивыми артистами. Мы на уроке актерского мастерства репетируется сцена ревности «Баядерки Никии и Гамзати». В балетах Петипа очень важно уметь владеть условным жестом. Но эти жесты надо делать с глубокой внутренней верой и правдой чувств. Не просто размахалась и тут ничего, а надо, чтобы действительно вот это все мое. На плечо и вот тут же. Вот.